всякого сброда не будет. Че, выспались? Дела отлично, еду машину помою, потому что грязная такая. Хотя ощущение, что может пойти дождь. Да и плевать. Что ж теперь машину не мыть? Опять сегодня захожу с утра, опять у меня там гори в аду, сука. Пишут. Время 12 часов дня. А сегодня что за день недели? Понедельник? Вторник? Выспались, собираемся в не вижу. Да, дождь пойдет, так душно. Ну и ладно, что тебе? Что у нас стоит, блин? Привет, бедолаг, здорово! Вторник, ну вот. Счастливые часов не наблюдают. Так приятно, я иду, а мне люди улыбаются. Это знак того, что все. Ох, боже мой, какой лохматый. Какой мальчишка, а? Симпатичный. Это что, что цаки? Что со мной? А? А в Алании 40 градусов. Анечка, ну ты сегодня уже пролетаешь. Кстати, вы тоже такие молодцы. Взяли билеты. Каждый сам себе взял. Я сегодня Саше говорю. Люси сама себе, ты сама, Саша сама. Я говорю, почему один человек не взял билеты, всем сразу, потом бы рассчитались. Слава богу, мы зашли сегодня, и один билет оставался на ваш рейс, на который вы все взяли. И что вы думаете? Мы все успеем. Завтра ты прилетаешь? Почему завтра? А сегодня 10-е. Все, завтра. Люси ничего не брала, Саша. Я... Хорошее настроение, нормальное настроение. А какое может быть настроение у человека, который является доверенным лицом господина Шойгу? Какое может быть настроение? Только хорошее. Потому что что? Правильно, за твоей спиной армия. В час ночи, я скажу Сашке, чтобы она тебя встретила. Час ночи во Внуково. Привет, встретить тебя. Но сивкороки не чухнет опять ни в какую. Евгений, где хотите отдохнуть? А я Грецию люблю. Кипр мне нравится. Ну, мне нравится еда. Мне нравится климат. В Турции я не был никогда. В Египте не был. Хотя, говорят, и в Турции тоже неплохо. Леша в Москве. Ну, так что Леша, это хорошо, что в Москве. Может, ты хочешь, чтобы тебя Сашка встретила? Я же тебе про это. У меня муж встретил. Все. Дюжинка, здорово. Что скажете за Бузову? А что я должен за нее сказать? Ничего не скажу. Что мне за нее сказать? Девчонка пашет, не бережет себя совсем. А девушка разделяет дела. Как говорится, знаете, разделяю властвую. Потому что так тяжело. Так может в какой-то момент просто накрыть. По здоровью я имею в виду. Дорогой привет, боже мой, Натали. С таким приветствием я не знаю, что делать. Только предложение тебе. А у нас яблоня растет.
все яблоки попадали, дети их не едят. Странно, мы в своем детстве ели все, не то что... Яблоко даже не успевало падать на землю, мы его уже съедали, оно еще висело на ветках. А тут вон вся парковка в яблоках. Сейчас ярые фанаты Саши ждать ее в аэропорту в то время, которое ты сказал. Так, а при чем здесь? Я... Какие ярые фанаты? Ребят, прошли те времена, когда... Фанаты были. Сегодня нет ни у кого никого. Сегодня каждый за свое. Вообще-то я тебе всегда так вот. Она, блин, только заметила. То есть, ну а что мне делать? Я же тебе говорю, предложили надо делать. А, ехал. Представляете, секс есть с постоянной женщиной или на разок? Нету, ни на разок, ни с постоянной. Нет секса у меня сейчас. Смотрите, ехал. Ведь камень от фуры. Как дал сюда. И вот тут тоже, видите. Надо менять лобовое. Приехал, короче. А мне говорят. 47 тысяч оригинальная. Я говорю, чего? Они мне 47. Я говорю, чего? Они мне 47. А я им, чего? Телефон перегреется. Жен, привет. Мед любите? Пришлю на пробу. Нет, спасибо огромное. Нет. Я не могу сказать, что я его люблю. У меня куча меда вот там дома лежит. Мы его не едим. А так спасибо огромное. Мне не надо. Лучше отправьте на пробу нуждающимся. Или в детский дом куда-то. Я думаю, что ребятишки будут рады. Баночки меда. С чаем попьют. Жень, где работаешь? Да везде работаю. И сейчас даже работаю, не поверишь. Представляешь, сижу с вами, разговариваю, тоже работаю. Еще недалеко от меда хорошо член стоит. Если им помазать его. Привет из Душанбе, бро. Привет, валай, салам алейкум. Женька, в Подмосковье за таким меняют любые стекла. За 10к или что? Блин, я не вижу, ни у меня телефон, этот, не вижу. Наталья, у тебя все. Привет из Дагестана. Привет, Дагестан, огромный привет. А я вчера у меня дома стояла чекушка коньяка. Не чекушка, знаете, вот эти маленькие бутылочки. Я с вами пообщался и дал немножко. И все, лег спать. Уссурийский был? Уссурийский? Нет, по-моему, не был. Что естественно, то не безобразно. Это вы про что? Я не успеваю за вашими мыслями, дамочка. Так, поехал машина, по-моему, а на днях... А, кстати, да, Саша ж уезжает с дочкой, на целую неделю они уезжают в Сочи. А я остаюсь здесь. У меня дел, конечно, тут очень много будет. Мне надо сделать душ. Надо сделать двери. Ну, не мне конкретно, а найти людей, которые это сделают. За бешеные деньги. За здрасте никто. Кстати, нет ни у кого знакомого плиточника хорошего? Плиточник есть у кого-нибудь? Кто плитку может положить в душевой кабине? Там немного, на самом деле. Вот. В душевой кабине плитку положить. Старую снять, новую положить. Есть у кого-нибудь знакомые такие? Я вам буду признателен, очень буду вам благодарен, если вы дадите информацию на этого человека. Привет из Орла. Здорово, из Воробья. Вот ссаться можно. Кузин, что с тобой? Эта девочка интересная. Ой, извините. А ты что, не умеешь? Серьезно? Слушай, ну смотри. Уметь-то я, может, умею. Я просто момент вот этой технологии. Я боюсь, что я так сделаю, что опять потом придется перекладывать. Научить, уметь-то что уметь? YouTube открыл и все сделал. Сама технология, там же есть определенные нюансы какие-то. Вот. Это первое. Второе. У меня плитка, ее надо немного резать. А у меня нет инструмента, который разрезал бы плитку. Поэтому мне нужен человек. Снять и сам. О, смотрите, там не просто снять. Там такие, знаете, мелкие, там мозаика, короче, идет. Там ты не пришел и, блядь, кусок плитки отснял. Там мозаики вот такие. Я же вам говорю, что там надо резать плитку, поэтому у меня нет этого инструмента.
А, ну тонкости, конечно. Пристегни ремень. Да раствор-то я сделал. В смысле раствор мешать? Не надо его мешать. Ты заезжаешь в Леруа Мерлен, покупаешь раствор для плитки в ванну и все. О чем вы говорите? Уже никто ничего не мешает. Уже все помешано давным-давно. Мне так нравится, знаете, вот эти, на этих светофорах, на многих, есть кнопка. Человек подходит, нажимает на кнопку с надеждой того, что вот зеленый сейчас отключится, и вот включится красный, и она пойдет, значит. Ну, для нас красный, для нее зеленый. Но эта херня, она не работает. Вы не обращали внимания? Никогда не работает. Я вот не понимаю людей, знаешь, ты стоишь на светофоре там минуту, и подходит один человек, нажимает на кнопку, чтобы пройти. С хрена ли вообще такое должно быть? Стой эту минуту и жди. Куда-то опаздываешь, что ли? Что за бредятина? Придумали тоже эти кнопки. Кому они нужны? На лоб себе их наклейте, эти кнопки. Деловые такие. Я, значит, должен в машине минуту ждать, а человек не может стоять минуту ждать. Что за бред? Это что такое? Куда жаловаться? А, я знаю уже, куда жаловаться. Стоять. Так, ты тоже молодец, на встречку выехал. Люблю вас таких. Вот, а я люблю вот таких людей. Они молодцы, они знают толк. Умные всегда такие. Ты все делаешь, а она не день говорит, что не мужа у нее. Да слушайте, мне вообще все равно, что там кто говорит Саша. У меня есть дочь. И поверьте мне, мое любое дело в этой квартире, оно связано с моим ребенком. Потому что мой ребенок принимает душ в том месте, в котором надо починить. Мой ребенок живет в той квартире, в которой все должно быть чисто, все должно быть починено. Вы так не хотите рассуждать? Вы почему-то все думаете, что я играю там в какого-то благородного рыцаря, что ли, или что? А Саша — это Рапунцель? Я с каждым своим поступком хочу все больше и выше подняться на эту крепость. А она такая, сучка, волос мне не скинет, чтобы я по ним поднялся. Да нет, заканчивайте, мои золотые. Мой романтизм и вот эта вся история связана вообще с поступками рыцарей. А оно все закончилось. Все это делается ради дочери или во благо только дочери. Ну ты же на машине можешь дождать и пешком топать. Я могу на машине под... Нет, я не могу на машине ждать. Я на машине, потому что, значит, мне нужно куда-то поехать. Я на машине, потому что это удобно. Я на машине, потому что я тороплюсь. А она стоит, ей 14 лет. Нет, я не могу ждать. А чем я отличаюсь от нее? Скажи мне, пожалуйста, чем я отличаюсь? То, что я в машине сижу? Ну ничего, она пешком ходит, свежим воздухом дышит. А я под кондиционером, блин. Сука, кашлять начинаю. За 14-летнюю молодежь. 14-летняя молодежь, вообще она должна не ходить, она должна бегать, передвигаться. Я помню себя в 14 лет. Ты что вообще? Какие кнопки? Какие? Мы там летали, горцали так, что мама родная. Каждый день как последний жили. Какая марка, женек, машины? Какая разница? Я не понимаю, что за вопросы? Какая марка машин? Для чего эта информация вам нужна, Наталья? Что изменится в вашей жизни? Давайте разберем ваш вопрос. Что изменится в вашей жизни, если я скажу, какая марка? Только если у вас стекло лобовое лежит там где-то за сараем, и вы мне его за 3 копейки продадите. Для бабушки кнопки. Для бабушки понятно, для пожилых людей это все понимаю. Но когда тебе 14 лет, ты тыкаешь в эту кнопку, чтобы пройти быстрее. Стой нахрен, блин! Я про это говорю. Понятно, что люди преклонного возраста, это все сделано для них. Для людей там с ограниченными возможностями. Все это понимаю. Но когда тебе 14, Наталья из налоговой. А, ну у меня все нормально по налогам. Что мне Наталья? Нафиг Единая Россия, знаете, с ней. Чёлка. Ну ты что-то, я не взрываюсь вообще нормально. У меня просто такой тембр голоса. Вам кажется, что я агрессивно с вами разговаривали там с таким, знаете, с гармонией наезда. Нет, ни в коем случае. Просто тембр голоса такой. Чего там про Единую Россию пернуло, а? Не трожь мою партию. Вы можете вступить в партию
либерально-демократическую. Если она вам не подходит, вы можете вступить в партию коммунистическую. Если это не подходит, то вы можете какой-нибудь оппозиционером стать. В чем проблема, я не могу понять. Почему вы так накинулись на меня? Вам кому какая разница вообще, в какой я партии, кому я принадлежу, с кем я? Я как человек здравомыслящий и немножко понимающий, что происходит в нашей стране, решил стать частью партии «Единая Россия», потому что я считаю, что это... секунду испытать то, что испытываю я, находясь в окружении таких людей, которых находился вчера, ты бы все продала и все отдала бы вообще, чтобы испытать это. Поэтому я понимаю прекрасно, почему вы это пишете, от бешеной зависти, от безысходности. Я все прекрасно понимаю. Вот. Мне грустно все это читать. Мне очень грустно все это. За сколько любишь ядро? За бесплатно. Мне денег не платят за любовь. Я что, похож на проститутку или на шлюху какую-то? Я бесплатно. По-настоящему люблю. Завидую. Да понятно, что завидую. Слушай, я все прекрасно понимаю. Каждый, кто... Я еще раз написал, что... Женя, как ты туда попал? Слушайте, я очень на протяжении большого количества времени, я думаю, что где-то около полутора лет, очень часто, я вообще очень много читаю новостей про политику вообще, ну, про внешние, про внутренние отношения. Правда, читаю, мне интересно это все, у меня даже радио постоянно работает. Это. И я очень часто выкладывал сторис, там, с каким-то своим несогласием или согласием. И просто обратили на меня внимание, пригласили. Причем уже не первый раз. Задача партии сидеть в машине и вещать ерунду. Да нет, задача партии совершенно в другом, моя дорогая. Чтобы ты тоже сидела в машине.
Привет большой. Всей Германии. Откуда берутся такие люди? Какие? Разные люди бывают. Поэтому нам и живется интересно. Если бы все были одинаковы, с одинаковыми взглядами, было бы скучно жить. Четко прям, четко. За 50 рублей и намочил, и пеной залил. Сейчас подождем немного. Будешь баллотироваться? Конечно, буду. Конечно, буду. Конечно, буду. Конечно, буду. Так, 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 так. Что у нас здесь есть? Как бы мне сюда залезть? Ай, ай, ай. Кайф, 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 кайф.